В игре участвовали представители 4 школ города. Викторина состояла из 3 туров. Участники давали ответы на военно-исторические вопросы. Это и героические даты, выдающиеся полководцы, герои Великой Отечественной войны, награды. По итогам соревнований члены жюри отдали свои голоса команде школы номер 3 «Молодая гвардия». Сегодняшняя викторина, на мой взгляд, показалась очень интересной, очень забавной и развивающей. Особенно для нее мы использовали много сил и стараний, чтобы к ней подготовиться. Несмотря на позитивный ход викторины, не обошлось и без казуса. Меня возмутило поведение 2-й школы, которые явно подсказывали учителя и которые подсказывали телефоны. И меня достаточно расстроило это поведение команды этой. Я считаю, что нельзя так делать. Вы приходите на честную игру, играйте честно. В целом, школьники остались довольны игрой и тем, что смогли еще раз вспомнить памятные даты и героев, прославивших нашу Родину. Такие мероприятия развивают чувство патриотизма, помогают подрастающему поколению во многом разобраться, все понять и взвесить, чтобы стать достойными сынами Отечества. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.